Hi guys, welcome to this channel. My name is Eddie. I hope you're doing fantastic. And yeah, добро пожаловать на мой канал. Buenos dias, bon dia, ברוכים הבאים לערוץ שלי. Shalom לכולם, salam, guten tag, bonjour, ni hao, sawadika. I always do the sawadika like this because I've been in Thailand like 10 years ago, and that was, first of all, I could easily say that was the best trip that I had, and the most special. This was magical places there, and they are so polite. Every time they say hello, sawadika, and thank you, kapunka. So it's like sawadika. So it's very, very polite and very polite, and I really liked it. So now I'm instinctively going for this. Even Roland the clown for McDonald's is like this. The statue of him. This is nice, and I know it's not only in Thailand. It's in many countries in that region. I really like you. So today we are going, to a show. You said to me that this is not a concert. This is actually an award ceremony, and Полина Гагарина got her, I don't know, some kind of reward. This is the Muse TV awards, and I saw, while I was doing, the search and was reading for Dimash's performance there, and some of you told me that you was on that show. Oh my God, so congratulations, that was amazing, because not only Dimash, all the stage and the performance, that was just out of this world. And another name that popped out, because I promised you to watch him, is Maxim Irjan. If I remember right, he is a boy. I can't remember where else did he participated in the Super. I can't remember, but I sure remember this name. And the one comment, was said that all this performance was, the best parts, like Dimash, of course, and Maxim. So when I saw it alongside with the name of the song, All By Myself, I thought to myself, I have to download it and watch it. And here we are. Скажу на русском. Я когда искал видео про Димаша и его выступление на Муз ТВ, вы мне поправили и сказали, что это не концерт, а это какая-то церемония дать приз. Выступали как бы многие, но кроме Димаша еще я увидел Максим Иржан, и вы мне его рекомендовали несколько раз. Я не помню, в каком контексте вы мне его рекомендовали, или он участвовал на программе «Ты супер», какие у него еще, или может быть на «Голос», я уже не помню. Напишите мне, что еще его послушать после этой песни. И когда я увидел, что он поет «All by myself», я обожаю эту песню, я сказал, все, скачиваем и будем смотреть. И еще одно выступление Полины на этом же на этой же церемонии. И у меня тоже переписано, я даже не знаю, что она там будет петь, потому что названия нету. Но вот этих трех я бы хотел посмотреть. Скажите мне, или еще были там какие-то ролики, которые были достойны, чтобы мы их вместе посмотрели, потому что один я включил, и он мне не понравился. Я даже не помню, кто там пел по имени, но такая была больше как попса, такая не совсем привлекательная, хотя бы для этого канала сейчас.
Yeah, guys, as always, if you like this kind of content, don't forget to subscribe to the channel and join my YouTube journey. Если вам нравятся такие ролики, вы хотите со мной смотреть, просматривать, я смотрю все в первый раз обычно, когда я смотрю, делаю натуральные реакции. Многие говорят, что это очень легко знать, когда реактор делает типа не натуральный или не как бы естественный, не в первый раз, и подыгрывает много. Так если вы заметили, у меня как бы стиль, я намного более спокойный, я пытаюсь не разговаривать посреди песни, даже не делать паузы, если не надо. Если есть какие-то паузы, это чисто для того, чтобы копирайт избежать, потому что иначе это блокируется. Но если не надо, я стремлюсь не делать никогда вообще. И я надеюсь, что если вы видите, так вы знаете, что я делаю эти реакции натуральные и в первый раз. И я надеюсь, что это тоже ценится, потому что я себя держу и не смотрю часто разные ролики, именно чтобы они получились как бы реальные. Напишите мне, откуда он, какой его путь был, что он еще делал, и да, теперь идем смотреть. Вперед! All by myself. Живой будет петь. Живой звук. So small. Sometimes I feel so insecure. I love to distract and obscure. In insecure. Wow. All by the last part. Explosive voice. Let's hear it. Wow. So only did by myself anymore.
Спасибо. Рахмет, доктор! Рахмет, is he from Kazakhstan? Wow. This was exceptional. Oh my God, Rahmet. So I guess he's from Kazakhstan as well. Where do you produce them? I mean, Dimash, Danela, now this Maxim guy. Oh my God, this is like a powerhouse of talent. This is amazing. It was, I know that not everyone on this show was live music, and how would, you know, someone, you know, sing and know that he's singing with playback, and knowing this chubby little guy sings live music and better than him. This was exceptional. This boy has amazing talent. His range is amazing. I know that he is not, you know, went through the puberty, so it's not specifically that he is going to preserve these vocals, but for now this is just amazing. At the beginning his pronunciation wasn't perfect, and I think that when Dimash sang this song, he also had struggles with the pronunciation, because it was one of his first songs in English, as far as I know. But this is a little guy, so his English must be very limited, right? And he did a great job, but he will get better and better. You could see, you know, a little bit of, you know, mistakes here and there, but at that age, with that kind of voice and that kind of crowd, he just, you know, I don't know, this is amazing stuff. He was given this opportunity, I guess, to sing here in front of this very honorable, you know, crowd. And in my opinion, he just seized, you know, his opportunity in both hands, and he grew another hand and seized it with that one as well, because this was exceptional. I want to hear more of him. This was very, very unique stuff. I think that maybe he should join the TNT boys, and he could be, you know, a good addition to, no, maybe start a group of his own, like Russian TNT. yeah, very, very good. Really impressed me. Tell me, what else should I hear from Maxim next? And this is amazing. I'm still amazed, like this little chubby guy, and with such a confidence, such control in his voice. What the hell? Как у него так получается? Такой маленький, немножечко пухленький мальчик, хороший. Голос просто вообще обалдеть. Как у него так получается? Он просто феноменально спел эту песню. Кто-то из вас написал, что самое хорошее в этом концерте это было Димаш и Максим. Я могу это понять 100%. Не знаю, кто еще выступал. Я знаю, что Полина выступила. Посмотрим ее, может быть, тоже. И живая музыка, я не знаю, как себя должны чувствовать другие, там, те, которые поют под фонограмму, или просто какая-то попса такая непонятная. Выходит мальчик, который, я не знаю, сколько ему, может быть, 7-8 лет, и поет вживую настолько хорошо, с таким талантом, у которого, наверное, у вас не будет и не было никогда. И просто, я не знаю, он спел одну песню, классно у него получилось, мне очень понравилось. И у него еще все впереди, у него были какие-то маленькие такие технические детали, которые можно улучшить, как произношение по-английскому, но, блин, он даже, наверное, не знает английский, ему ж сколько, как бы, лет, он совсем маленький еще, и такой голос, как это возможно в таком возрасте? Это, знаете, я говорю, в таком возрасте, это может быть не самый лучший голос, который я вообще, как бы, слышал в мире, но для этого
возраста, это просто что-то невероятное. Как получается делать таких талант, находить таких талантов, я даже не знаю, если он с Казахстана, он сказал Рахмет в конце, я думаю, что с Казахстана тоже. Димаш, Данеля, теперь еще одна добавка в эту сборную, Максим, Иржан. Просто очень удивительно, и для меня это просто с области фантастики было очень-очень интересно. Рекомендуйте, что мне еще можно посмотреть. Я не помню, что вы говорили, он в каком-то конкурсе участвовал, по-моему, но что он там пел. И говорите, что можно еще посмотреть. Это было, да, после такого выступления, конечно, это будет только это самое, наверное, идти ниже любые все эти другие конкурсы, но я его добавляю, понятно, в свой список, буду его еще смотреть. Спасибо, что вы мне рекомендовали его, и спасибо, что вы смотрели это видео со мной. Yeah, guys, thank you for watching it with me, and I hope that I'll see you in the next one. Goodbye.